нынешние выпускники лучше справились с единым государственным экзаменом по математике базового уровня, чем те, кто сдавал его в прошлом году. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, сообщила пресс-служба Рособранадзора. По предварительным данным, средний балл участников ЕГЭ по математике базового уровня составил в 2018 году 4,29, незначительно увеличившись по сравнению с прошлогодним, 4,24. Сказано в сообщении. В Рособранадзоре напомнили, что ЕГЭ по базовой математике оценивается по обычной для российской школы пятибалльной шкале. Данный предмет в этом году выбрали 567 тысяч участников тестирования. Это на 24 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, ведомство отчиталось о предварительных результатах экзамена по географии. В 2018 году этот предмет сдавали 16 тысяч человек против 14 тысяч в прошлом году. Средний результат оказался на 1,5 балла выше, чем был в 2017. Также стало известно, что информатику в этом сезоне выбрали на 25% больше поступающих, чем в прошлом. Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81-100 тестовых баллов, рассказал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике Сергей Крылов. По предварительным данным, 64 человека на 100 баллов сдали географию, а 254 – информатику. Специалисты Роскомнадзора заблокировали доступ к 86 сайтам или отдельным страницам, где можно было найти ответы на вопросы основного и единого государственных экзаменов. Владельцы еще 6 ресурсов и провайдеры хостингов получили предупредительные уведомления. Такие меры были приняты на основании судебных решений.